видеть столько моржей одновременно и узнать, как растет и крепнет это наше направление моржовое. Что сказать о себе? В 1954 году мы вместе с моржихой Либерман Ребеккой Вениаминовной прорубили первую прорубь. И с тех пор 57 лет каждое утро, несмотря на какую погоду, бегом 1,5 километра до проруби. Там зарядка на нашем импровизированном спортзале. Подтягиваемся, мы там жарим все. Купали и назад. Ну, результат, вернее, всему этому, главное, к чему я обязан этому, это нашей родной Свияне. Ну, что сказать? Вот за все это время, 57 лет, да и сейчас дальше я кончил 86 лет в 2011 году. И то потому, что родня встала на пороге, как бы чего не вышло, и заблокировал мои купания. Главное, что вы с нами. Да, ну что, результат, за все это время я ни разу не видел никакой простуды, никаких болезней, не лежал в госпиталях или в больницах. Это все заслуга Свияги. Ну, правда, я не сторонник длинных заплывов. Я думаю, что они, главная польза от них, это самоутверждение. Для здоровья, не знаю, может быть, и не так они полезны. Ну, что нужно? Погрузиться в прорубь, поплавать немного, чтобы даже охладить, подвергнуть для охлаждения, вызвать, чтобы потом, когда вышел из проруби, вызвать активный прилив крови к капиллярам кожи. Тело горит, вот в этом и весь смысл закалки. Ну, что так хочется? Пожелать всем здесь доброго здоровья на долгие годы, ни в коем случае не бросать этого нашего направления моржового. И главное – регулярность. Большое вам спасибо за такой сплоченный коллектив. Здоровья вам! Вам спасибо!